Всем привет-привет! Добро пожаловать на канал! Сегодня у меня выходной, так как везде праздники новогодние. Мы решили всей семьей, вся семья на выходных, съездить в город, в новое у нас заведение. Недавно открылось KFC. Собрались. Мы сегодня хотели, вообще планировали съездить на центральную площадь, на горках покататься. Но такой сегодня мороз. Поэтому решили в какое-то закрытое заведение съездим в KFC. Так вот я одела джинсы, блузон свой, единственный неповторимый. Классная такая блузочка, прям мне нравится. Ну и, в общем-то, поедем. Все уже вышли, машину Ваня прогрел. Я, как обычно, самая последняя выползаю, закрываю все, выключаю. В общем-то, дежурная по закрытию. Так, ну что еще? Сейчас, не знаю, поснимаю там, не поснимаюсь. Много людей... Достаешь камеру, все так смотрят, все так с таким каким-то возмущением во взгляде читаешь такие возмущения, что вот, ну, снимаешь, когда поэтому, не знаю, буду, не буду снимать. В общем-то, посмотрим. Ну все, девочки, пожелайте нам удачи, хорошего нам времяпрепровождения, семейный отдых у нас сегодня. Ну давайте, возьму вас, попробую взять с собой, попробую немножко поснимать. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Такие вот у нас. Хорошо. Хорошо, спасибо. Спасибо. Такие сугробы у нас. Вообще, вчера целый день шел снег. Целый день просто. Навалило сугробов. В общем, девочки, бросила я просто все домашние дела сегодня, дала команду всем. Собираемся, едем в город. Хотя посмотрим, что там такое за KFC. Угостим детей, сами попробуем, что там есть интересного, как и что, сколько стоит. В общем-то, хоть, ну, как бы интересно посмотреть, что это за заведение. Вот, так что вот все бросили и поехали в город. Ваня сейчас у меня 10 дней отдыхает, дети, соответственно, тоже. Это я вот между перерывами, в перерывах между своей работой и в свои выходные стараюсь хоть как-то всех вывести в город. Хотели на горку, на ледовый городок, но такой мороз сегодня, поэтому я говорю, давайте-ка сегодня в KFC, в теплое заведение, а следующие уже мои выходные, если будет тепло, поедем уже на ледяной городок, на горке покатаемся, посмотрим, что там в городе, какая там главная красивая елка у нас. Eyes closed, like we're dreaming even when we're not.
куча в KFC, места нет. Один такой маленький столик. Вот дети у нас сели, а мы стоим, места нет. Короче, сделали мы заказ. Вот это наш номер 268. Сейчас будем слушать, когда нам соберут заказ. Заказ у нас вышел на 1316 рублей. Что мы тут заказали? Куриные крылышки, стрипсы и попить Ване черный чай. У нас миринда. Это все вышло у нас на 1316 рублей. Вот наш номер. Ждем и слушаем. Вообще тут все красивенько. Правда, маловатый зал. Очень маленький зал. Но очень маленький зал. Народу много. Праздники, выходные, все здесь. Поэтому сейчас не знаю, каким образом будем здесь кушать. Нашли мы столик маленький-маленький. Собрали все стулья и сидим тут. Тут туалет рядом. Короче, мы прям у самого входа и выхода сидим. Ну что, так очень красиво в здании. Столик, правда, маленький здесь. Все, пришел наш заказ. Сейчас мы посмотрим, что мы тут заказывали. Так, миринда. Это Владюши. Папе чай. Дима. Миринда. Мне миринда. Так, и тут у нас крылышки. Такие. Где трубочки? Такие. Ты трубочки не взяла? Нет, иди спроси. А, вот они, вот они. Так, каждый себе по коробочке берем. Серединку. Попробуем холодный. Дим, смотри. Холодный. Это миринда. Вкусно? Вот такая вот у нас еда сегодня. Крылышки. Куриные. Че? Че? Какой? Это же белый есть. Это черный чай так называется. Все, мы поели. Допиваю свою миринду. Все, махом съели. В общем, сделала я один вывод. Сюда нужно приходить сытыми. Да? Не знаю, я наелся. Мне тоже хватило, в принципе. Дима, ты наелся? Да. Красиво здесь, но места мало. Соседка, бабушка такая громкогласная сидит. Хорошо так сидишь, в окошко смотришь. Классно. Ну, такой вот у нас отдых. Сидели, в первый раз пришли сюда, в это заведение. Понравилось. Ну, дороговато, конечно. Но так, в принципе, что-то интересное, что-то новенькое для нас. Show me this kind of fake to you now. I wanna wake up with you.